Уроки провели в районном доме творчества сотрудники ГИБДД. Цикл уроков под общим названием «Дорога и пешеход» предназначается для учеников младших классов. Цель мероприятия – профилактика безопасности дорожного движения и снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Сначала детям показали видеоролик опасности, которые могут встретиться по дороге в школу. Затем школьники участвовали в викторине на знание дорожных знаков. Этот экзамен все ученики сдали на отлично. В завершении встречи детям показали мультфильм, конечно, тоже обучающий.